Сегодня влог сказал, хочет Леша начать. Нет. Здравствуйте. Едем на Аркадию. Там в комментариях бурно обсуждают Лешины шорты. Да пофиг мне вообще совершенно. В чем хочу, в том и хожу. Я объясняю зрителям. Некоторые там уже поругались между собой. Не надо ругаться из-за меня. В комментариях, да, пожалуйста, не надо ругаться. У каждого есть свое мнение. Кто-то называет это труселями, кто-то шортами. Как угодно их назовите. Мы сейчас на отдыхе. Мы отдыхаем, поэтому я хожу вот в таком балахоне, который я не одену в Дзержинске. Леша ходит в труселях. Может быть, это неприлично, но, по крайней мере, в оперный театр мы в таком виде бы не пошли. А мы едем на пляж, и на пляже я считаю, что это нормально. Холодец в таких труселях. Да, учитывайте, что на улице зеленым. 37-39 градусов, и ходить в брюках или в джинсах, ну, в джинсовых шортах, ну, реально жарко. Поэтому обычные шорты, не знаю, мне они меня не напрягают, так что все нормально, не переживайте. Да. Так, вчера так закончила влог при выходе с пляжа. Там были такие красивые. Были красивые скульптуры, и все, дома не снимала. Это Порш поехал, кстати. Да, Порш это не Жигули, это Порш поехал, еще и кабриолет. Драндулет какой-то. Так вот, приехали домой, у меня что-то голова разболелась, и она болит до сих пор, надо сходить в аптеку, купить таблетки. Мне ибупрофен нравится, как мне помогают. Да, разболелась что-то голова, и чувствую заложенность, першение в горле и заложенность в носу. Вчера ждали, случайно, 203-й, не? Да. Хочу, он вообще идет не там, где мы его ждали. Он идет. Ну, теперь будешь знать, где он идет. Так у меня показывает, что он идет. Это который на Немо идет, да? Это который на Шестерке. Странно. Значит, ты не Google ошибся. Он идет, у меня еще он с Бунина вот так. Ладно, мы вчера маршрутку прожали. Почему я сказала, что мы добирались до пляжа 2 часа? Потому что мы сначала на одном повороте ждали одну маршрутку 15 или 20 минут, которая не пришла, как оказывается. Сейчас мы ее не там ждали. Google тоже тормозит. Сейчас мы тут пятерку будем ждать. Вот, потом мы ждали троллейбуса 20 минут. Ну и плюс ехали, шли в сельпо, с сельпо до пляжа шли. В итоге получилось 1,5-2 часа точно мы добирались. Потому что мы вышли из дома в 4, а на пляже мы оказались в 6. Поэтому где-то так. Ладно. Влог вчера был короткий. И закончился так. Обрезался. Вы уж простите, потому что бывает нет настроения. Бывает реально нечего снимать. Может быть, такое видео не надо было выпускать, вы скажете. Ну, как скажете, так и будет. Если будет неинтересный день, он выпускаться не будет. Так, сегодня у нас Соня все-таки просит сильно поехать на Аркадию, покататься на гироскутере. Ну, естественно, на пляж. Кстати, сегодня так хорошо свежо, да? Ветерок такой прохладный. Вот, две аптеки аж там. Хорошо. И вечером, если все будет в порядке, как я и говорила, встречаемся с моей одноклассницей. Так что сегодня, я думаю, будет интересный блог. Оставайтесь с нами. Еще, кто смотрит наши видео из Одессы, или, может быть, кто-то знает, скажите, пожалуйста, хороший пляж. Понятно, что там на Аркадии есть платные вот эти самые крутые Ибица пляжи, где там 300-400 гривен лежак стоит. Но что-то среднее. Пожалуйста, напишите в комментариях, мы будем благодарны. У нас еще есть 2 дня, и мы можем классно отдохнуть и классно показать вам видео. А это же было вчера. Да кошмар. Леша говорит, еще по концовке там кто-то испражнился в этом, да, в этой раздевалке. Я зашел, я в шоке был вообще. В общем, вчерашний пляж был трэшевский. Отрадуй там рад. В том году она была лучше.
Таня, мы приехали? Да. Мы молодцы. Мы сегодня не заблудились. Ага. Поехали. Какой тут твой любимый отель, Сонь, на Аркадии? А ну скажи. Какой любимый отель, Сонь? Нет, отель. Отель? Папа тебе только что показывал. Его не видно. Ой-ой-ой. Ну как называть? Гагарин. Соня всю ночь снился дядя Юра. Гагарин. Пошли возле фонтанчика, будем фотографироваться. Ночью не видно ничего было. Ты учишься? Цитрус. Зачем он тебе нужен, цитрус? Да. А еще зачем? Зашли в цитрус, а тут прикольный 3D принтер. Соня, покажи, что можно сделать. Вот. Уже двух ножек нет. Прикольно. И чехол можно на телефон, да, сделать? Да. В общем, можно сделать все, что угодно. И 3D ручки здесь продают. Да. Пойдем, я тебе кое-что хочу показать. А вот гаджет для папы. Робот, который носит пиво. Да, папа? Или пульт от телевизора может принести. Потом, когда его будет положить, да? Ну да. А. Лежит Соня. Мы начинаем. Соня, очки тебе давать? Не надо? Да. Немножко подзабыла, Соня. В прошлом году каталась, уже забыла. Ничего, сейчас вспомню. По-моему, в прошлом году было 250. Дороже? По видео надо брать. Соня, пора уже без папы, Сонь. Давай без папы. Папой. А? С папой надо. С папой надо? Еще боишься? Включился фонтанчик. Теперь в другую сторону. Ну, видишь, ты сама уже все можешь. Сама можешь. Да, вперед-назад, вперед-назад. Вот до этого, до цветочка вы к нам. До цветочка вы к нам поедете. Вот так вот. А я не могу. У меня мандраж сразу в ногах, оно все влево-вправо. Я падаю, голову разбиваю, встаю, опять падаю, да? Нет, что-нибудь на двух колесах, только не на таких, а на других. Ага. Вот точно. Я собираю на гироскутер. Это где-то 1000 надо. А мне только больше 200 надо. Хватит тебя снимать, да? Ну иди еще на полчаса и будешь полчаса по кругу наяривать.
глазом, я не могу забыть. Из рыжий. Я релаксирую. Лежу. Мы покушали хорошо. Там бургерная, типа Макдональдса. Мне даже, если честно, понравились эти бургеры больше, чем Макдональдс. Выпила кофе американо, мой любимый. И пришли на пляж. Сейчас начало море интенсивно цвести. И никто его, к сожалению, не чистит. Много водорослей. А мы вот нашли кусочек пляжа, такой сейчас я вам покажу. Здесь более-менее чисто. Мои пошли купаться, я отдыхаю. Лежу на подстилочке, балдею. Так хорошо. Запах моря, шум моря. Моя спина отдыхает. Ну, вот такой кусочек пляжа. И тут море чистенькое. Соня, это что такое? Это целище. Секта какая-то. Секта, да, вампиров. Ты главный? Нет. Он главный. Очень ребенок играется на пляже, обратите внимание. Чем хороши наши пляжи? Пивные, пивные крышки. Куча кусков камня в палке. Не камни, а камни. Что, ты расскажешь, что где? Это суп, солица, сахар. Вот папа тут лежит. Угу. На креселке. То бургеры. Где? Вот это? Нет, это... Вот это бургер. Вот это. А вот это посылка, а это письмо. Это а вот душ. Это душ, полотенце. Вот, видишь, это колонка, скважина у нас. Когда ветер сдует, вот это вот так, блин, шевелится у нас. Бычок вот этот. Шевелится, о, и внутри да. Бутылки, и мы с ним можем попить. Это флаг. Это ров. Сюда наполняется вода, чтобы зомбаки эти не пробрались к нам. И зомби, вот сюда наполняется вода. Это фонарики у нас тут. Один сломал. А, нет, вот тут у нас был фонарик, флаг. Кладовка. Кладовка там, где лежат полотенца. Это Соня все трудит. Это скатерть. Самобранка? Да. Скатерть с гаража, кстати, гараж. Молодцы. Мама! Плодотворно потрудились. Папа! Полотенце, папа, одеяло. Скажи лучше ты, что это? У тебя лучше получается. Я же сказал, портал. Портал? Да, потусторонний мир. Кто через него забегается? Так, вернулись мы из Аркадии домой, немножко отдохнули. Планы поменялись. Я позвонила Юле, сказала, что мы сегодня не приедем. Потому что я себя плохо чувствую, я, по-моему, заболела. Голова у меня раскалывается, а у меня закончились таблетки от головы. Сейчас надо найти аптеку, обязательно купить таблетки. И у меня заложен нос, першит горло, в общем. Скорее всего, это кондиционер все-таки, потому что море было очень теплым, не могла я заболеть в море. Скорее всего, это кондиционер. Вот. А идти в гости с кислым лицом мне как-то не сильно хотелось. Поэтому я надеюсь, завтра мне легче станет, и завтра мы увидимся с Юлей. А сегодня сейчас сходим в магазин. Купим лекарства и будем отдыхать. Подсветка, да? А в цитрусе растут помидоры и перчики. Ну, да. Это какой-то умный горшок.
наверное, поливает как-то там, лампа специальная подсветка. Интересно. Так еще клубника есть, ты видишь? Ну, можно, можно клубнику, чтобы посадить, чтобы будет расти. А, вон, видишь? Это, наверное, рассада клубники, да? Обалдеть. Бамбук, мама, я! Телевизор вогнутый, прикольно. Такой же его когда ударил в центр, он... Тоненький какой-то. Это Xiaomi, кстати. Сколько он стоит? 56 тысяч. 56. А совушки это что такое? Увлажнитель? А, акустика. А вот она к нему. Весь блок идет, динамики, шнуры, потому что в нем нет. Ну что там? А, ну да. Он как телефон мобильный. Класс. Саня, что мы покупаем? Хочу. Часы. Привет. Ты будешь модная? Ага. Да? И я буду знать, где ты, наконец-то. А не выглядывать с окна. Что, у меня заканчивается день. Да? На... Не буду нервничать. Сонь, будем обмывать твои часы? Этим. Я буду обмывать американо, а Соня будет обмывать яблочным соком. Да? Я тебя поздравляю с покупкой. Спасибо. Мы купили Sony гаджет, смарт-часы детские. И теперь мы будем знать, где Sony находится. Да? Угу. Что она не потеряется. Она будет учиться понимать по часам. Да? Будет знать, который час, когда я у нее буду спрашивать. Для чего еще нужна... Ну, основная задача этих часов – это отслеживать... где находится твой ребенок. Там можно выставить на карте периметр, за который, если ребенок выходит, то срабатывает датчик. Приходит оповещение на мобильный телефон одного из родителей, что ребенок вышел за эту границу. И можно сразу и позвонить, сказать: «Соня, ты куда ушла? Куда идти нельзя?» Да? Вот. И там еще есть такой момент, что можно прослушать, что происходит с ребенком, и датчик... Чикен-пикен, да. Чикен-пикен, папа пришел. И есть датчик снятия с руки, то есть если вдруг она... Чикен-пикен. Случайно их решит снять, или кто-то у нее, не дай бог, их заберет, то сработает датчик, и опять же придет оповещение. У Сони улетел шарик. Все, мы будем обмывать покупку. Чикинами, Микинами. Всем приятного аппетита. Кому нужен молодой красивый? В оранжевых шортах, голубой шляпе. Как он говорит. Это класс. Два чудика. Ну что, мы уже дома. Что мне опять... Оно периодами то закладывает, то раскладывает, то закладывает, то закладывает. Фу. В общем, будем отдыхать. Потухнет, то погаснет, да? Да. Ну, короче, состояние такое бе-бе-бе. Леша уже изучает настройки нашего гаджета. Гаджета. В общем, такая коробочка красивая. Там лежат часики. Соня собрала всю коллекцию супер-женщин, да, из мультика? Да, надо его будет посмотреть. Да, посмотрим. Потом покажем всех девочек. Сейчас уже поздно, надо ложиться спать. Что еще хотела сказать? А, главное, заходили мы в Цитрус, заходили в Фокстрот. Эльдорадо. Алло. Алло. Он закрытый был уже. Да. И выбор, ну, такой не ахти вообще. Смарт-часов. Уже хотели в розетке заказывать. В розетке нормальный выбор. Вот. И, а это проходили мимо Life Self. Киевстар. Ой, Киевстар. Точно? Не Life Self? Киевстар. Нет, Киевстар. А, мимо Киевстар магазина. У нас просто в городе его нет, поэтому я так Life Self. В общем, мимо классная у нас, да, ручка на этом, на шифонере. Но это не мы сломали. Вот. Ну ладно.
не отходим от темы. Значит, я говорю, Лёш, ну зайди, спроси ради интереса. Зашел, что-то долго не выходит, а мы с Соней на улице стояли. Он мне машет, пойдем. И у них, главное, на витринах нет ничего. А с подпалы вытягивай. А с подпалы вытягивай, пошел с этого, со склада, принес. И такие, 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 всякие есть. В общем, все, какие мы смотрели обзоры, все у них практически есть, да? Угу. Вот. И цена точно такая же, как в розетке. Так, розетка еще ждать, и плюс еще доставка. А тут сразу, без доставки, без ничего. Проверили, гарантия год. Ну, прикольно там, Андрюша сейчас читает. Поддержка Wi-Fi уже есть, да? Вибрация. Вибрация, то есть ребенок никогда... Руку отрывает. Никогда не пропустит ваш звонок. Когда мелодия, он уже там в шумном коллективе не услышать. А вибрацию на руке он услышит однозначно. Это хороший плюс. Вот. Ограничение по зоне, я говорила, прослушку говорила. И сколько номеров можно внести? Три? Три номера можно ввести. Ну, мама, папа, достаточно. Бабушка. Ну да, я имею в виду, что даже два номера. Или подруга. Или подруга, да. Наталья Алексеевна лучше. Ага. Да? Да. Вот. Надо на зарядку поставить их, и завтра уже покажем им. Да? Все, всем спокойной ночи будем желать, Сонь. Все, всем спокойной ночи, спасибо, что смотрите наши видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Он, как всегда, в конце видео есть. Кто не... Фиксик. Фиксик тоже вас агитирует. Кто не добавился в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, я всех принимаю в друзья. Если ваша страница не какая-нибудь бабочка или, ну, в общем, какая-то непонятная картинка, в общем, всех адекватных людей я всегда принимаю в друзья. У нас осталось 2 дня отдыха. Завтра все-таки я надеюсь, что мне станет получше, и мы встретимся с Юлей. И еще обязательно нужно посетить Стамбульский парк, о котором мы рассказывали, что он открылся, но мы еще там не были. В парке Шевченко мы проходили мимо, но мы там не гуляли. Не знаю, стоит ли он нашего внимания или не стоит. Вот. А куда еще сходить, даже не знаю. Хотела еще на морскую прогулку. И покупаться в чистом море. Есть такие тут варианты или нет? Ну, я думаю, есть, да? А ты видел, что там прокат катамараны? Плавают люди. Плавают, да? Конечно. Я не видела, не обращала внимания. Ладно, поузнаем, если что, покатаемся. Все, всем спокойной ночи.